Привет, амиго! За последние несколько дней видосов новых не было. Многие даже заволновались, а куда это я пропал в своей шикарной маске? Не иначе, как в ИГИЛ вербоваться уехал. Можете не волноваться, из вакансий у них там только должности террористов-смертников, я уже узнавал. Вот, но меня там не очень карьерная лестница устраивает. Шутки запал, Тосик. На самом деле, просто игр новых не было, а дела кое-какие были, так почему бы их не поделать? Вот, чтобы, когда игры новые выйдут, уже ничего особо так не отвлекало. Хотя, кое-какие дела остались, еще поролоном комнату обклеивать. Ладно, в общем, вот, теперь, собственно, к теме видео. Очень часто я вижу комменты и слышу об этом, и думаю сам, в общем-то, что игроки пишут, дескать, на хай-левелах играть не очень интересно. Пиксель-хантинг — это вот не то, к чему должна была прийти игра. Ну, пиксель-хантинг — это когда танки настолько бронированы во лбу, что из уязвимых зон у них остались только узкие маленькие щели, как стринги на жопе стриптизерши. Ну, вообще тут, типа, хрен попадешь, и дистанция боя уже не та, и геймплей уже не тот. Ну, в общем-то, частично можно с этим согласиться. Да, действительно, современные танки здесь воюют чуть ли не в рукопашную, регулярные клинчи и тому так далее и тому подобное. Однако, нытье подымать по этому поводу могут, мне кажется, только картошкины дети. Потому что, а какого геймплея на хай-левелах вы, собственно, хотели? Я где-то слышал, что Mail.ru прислушивается ко мнению игроков. И вот неплохо бы собрать консилиум, например, в комментах под этим видео. И прийти к единому мнению. Как же, по-вашему, должен выглядеть геймплей на хай-левелах, если не пиксель-хантинг? То есть, я сперва тоже морду коксил, как это так, а вы надо что-то выцеливать на современных танках, у которых там суперпушка. Но это называется эволюция геймплея, то есть мы начинаем в Armored Warfare играть на третьем левеле на дырявых картонках, которые пробиваются, не знаю, не самым сильным ударом каратиста. На средних уровнях из уязвимых мест остаются только НЛД, люк на башне, там щель мехвода. Ну, то есть уже нельзя с вертушки в щи практически никого пробивать, если вы не играете на советской Т-ветке, которая по-прежнему пробивается как дырявое ведро. Ну и уже на совсем высоких левелах, то есть там на восьмерках и девятках, там уже действительно попробуй катанчик куда-нибудь с полным дамагом пробей. Это надо выцелить, это надо стоять выше противника на ландшафте и каким-то чудом опустить ствол вниз настолько, чтобы выстрелить в лючок мехвода. Ну, это, конечно, если вы не играете на советской ветке, которая продолжает пробиваться, как голимая картонка. И, в общем-то, я пришел к мнению, что это правильная ситуация, что танки становятся более живучими, пушки при этом более дамажные. Что мне в свое время не понравилось в War Thunder, так это то, что ты играешь на первом левеле, тебя убивают с одного выстрела, ты играешь на четвертом левеле, тебя опять убивают с одного выстрела. То есть эволюция геймплея там не происходит вообще абсолютно никакой, на мой взгляд. Главное знать, в какую щель надо выстрелить, и произойдет священное чудо ваншота. Здесь, видимо, некоторые игроки считают так, что пусть танки всю игру чпокают друг друга в НЛД, как это делается в картофанчике. Дескать, жизни танку добавят, и нормалек. Так оно и будет. Так оно пусть и будет. Но это не совсем верно. Вот, допустим, смотрите, представим абстрактную ситуацию. У танка на пятом левеле, допустим, 1000 жизней и сотня дамага. И они друг друга, естественно, пробивают в НЛД. То есть 10 попаданий, и ты помер. А у танка, скажем, 10 левела 10 тысяч жизней там, и при этом 1000 дамага. И если он будет точно так же пробивать друг друга, они будут пробивать так же друг друга в НЛД, точно так же не будут ушатывать друг друга с 10 выстрелов. То есть геймплей не изменится никаким образом, кроме разве что у вас новая шкурка танка появится. В той же картофане можно зарядить голду и пробить танк еще и в башню до кучи, чтобы не только лишь НЛД у него пробивалось. Ну, это полная халява. Вот, а здесь, видите ли, надо выцеливать какие-то уязвимые места. При этом к вашему распоряжению всегда есть картонные хлопчатобумажные борта танка. То есть, но почему-то не всех устраивает война, в которой нужно маневрировать, хотя есть поговорки «херня война, главное маневры», все равно не нравится. Многие считают, что игра превращается в мир фугасов на высоких левелах, что типа дамажить можно только лишь фугасами. Знаете, вы
Я вам так скажу, Mail.ru стоит воспринимать как джина, который довольно своеобразно выполняет ваши же пожелания. Вспомните, до чего донылись нытики, которым не нравился Арта. Да, у Арты теперь нету перезарядки в 3 секунды, но для этого порезали командиров, то есть пострадали все. Вы ноете о том, что вам не нравится пиксель-хантинг, а другие говорят, что наоборот, это, ну... шанс показать свой скилл, дескать, ну, если человек не хочет он задрачивать зоны пробития, учиться играть и все это, ну, типа, ждешь, что игру его упростят, и для него специально, и он будет лучше играть, на самом деле его трахнут просто еще быстрее, вот и все, что изменится, но он все равно ноет, что, ну, есть такая традиция, типа, если что-то не нравится, ной, пока не сделают так, как ты хочешь. Отлично. И... какой может быть в этой ситуации компромисс, когда одних пиксель-хантинг устраивает, других не устраивает? Я думаю, что просто-напросто появится мыло-голда. Какие-нибудь снаряды с урановым сердечником с повышенной пробиваемостью, чтобы каждый рак смог задонатить на снаряд и пробивать абрамсы в нижние листы, например. Ну согласитесь, чем не выход? Хочу ли я, чтобы какие-то ракалы пробивали меня какой-нибудь голдой с автоцели? Нет, не хочу. Поэтому я люто против, и как и против нытья насчет пиксель-хантинга. Да, может быть, геймплей резко становится другим, слишком уж резко, к нему надо привыкать, и в этом фугасы вам помогут. Есть целые сайты, где можно посмотреть зоны пробития, тот же Asgard Gaming. Просто у многих жопа слишком ленивая, чтобы пойти и посмотреть видосы о том, куда какие танки пробиваются, посмотреть сайты о том, какие танки куда пробиваются. Лучше ныть, что пиксель-хантинг, блядь, никого не пробить нижний лист, что-то хуйня какая-то. Я знаю одну игру, где можно всех пробивать нижний лист. World of Tanks, пожалуйста, идите. Идите пробивайте, это одна из тех черт, за что я эту игру ненавижу. Потому что, ну, серьезно, что танки именно так воевали, что они ездили друг друга, херачили в нижние листы, ну или в башню с голдой, но что-то сомнительно как-то. Многие сейчас говорят о том, что есть идея сделать износ брони в игре, но на самом деле этого можно ждать очень-очень долго, потому что, ну, даже при самом простом варианте реализации этой идеи, это геморрой. Ну, типа, сделать износ брони только на лбу танка, да, кому нужны износ бортов и задницы, они и так пробиваются, просто пальцем можно проткнуть. Поделить танк на три зоны, грубо говоря, лоб танка, нижняя часть лобовой брони, верхний лист лобовой брони и башня, допустим. Но опять же, кто будет стрелять в эти места для износа брони? Я лучше фугасом в люк выстрелю и нанесу дамаг, чем буду стоять и пытаться ему броню размягчить. Тем более, это нужны визуальные модели повреждений этой брони. Ну пусть, допустим, три варианта. Броня целая, броня мятая, броня пробитая. Все равно это не то нововведение, которое можно сделать сиюминутно. К этому надо идти довольно долго. Поэтому я на вашем месте на это бы не рассчитывал и об этом раньше времени на месте некоторых людей не кричал. Вариант следующий, что если сделать зоны, в которые проходит дамаг, более большими. То есть приведет к тому, что все танки в игре будут, как советская ветка, пробиваться в лоб, в люки мехвода, с полным дамагом, допустим. Ну или если сделать так, чтобы эти места уязвимые можно было прятать, а это, я так понимаю, только, опять же, нижний лист. К чему это все приведет? К тому, что Armored Warfare перестанет быть бодрым рубаловым, таким, которое всем нравится, станет опять более позиционно, тактически, хрен знает что за шутер, когда вот в этом месте я знаю кустик, за которым можно постоять. Вот там в этом месте лежит камушек, за которым я могу спрятать нижний лист. А буду-ка я в каждом бою туда ездить, и приведет все к тому, что игра станет второй картошкой, где ты на каждой своей карте едешь в одно и то же место, потому что ты там привык играть, и там вот тебе удобно. И нахрена, собственно, это надо? Разработчик всегда будет прислушиваться к мнению большинства, увы, но это, ну, это не то, что демократия, дело не об этом, просто это логика, что большинству нужно угождать, тогда будет онлайн расти, и все будут счастливы. Но это, конечно, не касается одного разработчика, у которых улитка на логотипе, они делают, что хотят, и будь что будет. Вот мы решили, что будет так, и пофигу, что онлайн упал на 100 тысяч. Как в КВНе сказали один раз, мы как слепой лось, бегущий во время пожара через лес, нас ведет судьба. Но тут встает другая проблема. Большинство — это всегда днище, которое играть не умеет. И если делать так, как хотят они, это значит игру только портить.
Конечно, нельзя делать игру так, как вам скажут скиллованные папки, потому что иначе в нее играть будут только скиллованные папки, больше вообще никто. Ну а по поводу поиска компромисса я уже тоже сказал, это мыло голда какая-нибудь или что-то типа того. В любом случае, что не сделай, недовольные будут всегда, потому что нравится всем невозможно. В общем, я призадумался насчет того, хорош или плох пиксель-хантинг, о том, как он влияет на геймплей, и подумал о том, что судить вообще о геймплее с точки зрения рандома, это неправильно, потому что игра все равно придет к тому, что будут клановые бои, будут ротные бои, а это уже командная игра, это уже практически киберспорт, или называйте как хотите. И там ситуация уже будет совсем другая. И судить о геймплее нужно исключительно по вот таким боям, по тимплею. Как скажется на тимплее пиксель-хантинг, как скажется на этих ротных боях увеличение зон пробития и так далее. Что, ну как себя, даже как покажет себя износ брони, вожделенный многими, и как там правильно сказать-то, желанный, тоже нужно судить именно по клановым каких-то боям. Поэтому любые такие решения нужно принимать только на основе этого, а не из-за того, что на форуме какие-то додики подняли нытье, что они никак не могут три зоны пробития танка запомнить. В конечном итоге, как ни крути, PvP-бои, как и PvE, это только средство для прокачки аккаунта, для открытия новых танков. И геймплей клином на них не сойдется. Ключевой фазой все равно станут клановые сражения и так далее, чемпионаты. Для тех игроков, которым вообще игра интересна, я вообще сейчас не беру в расчет PvE-шников, которые, естественно, взвоют, если увеличить зоны пробития во лбу у танка, потому что тогда они не смогут ботов разбирать, стоя на одном месте. Они первыми из игрушки-то посваливают. Ну, в общем-то, никто и не расстроится с другой стороны. Ну и, конечно же, почему-то никто не думает о том, что размер зоны пробития в уязвимом месте танка это точно такое же средство балансировки техники, как и здоровье машины, как урон пушки, точность и так далее и тому подобное. Там захотели танк занерфить, увеличили зону пробития, захотели вапнуть, зону пробития уменьшили. Поэтому если какие-то танки в лоб не пробиваются, значит так надо. Зато у Т-90 дырявого пушка хреначит в борта там и в задницу с кумулятивами на косарь. Но другой вопрос, что попробуй эти кумулятивы еще реализуй. Короче, я считаю, что проблема не в пиксель-хантинге, а в том, что он для большинства слишком сложен, что большинство с ним никак не справляется. И это значит, что вполне возможно, что в угоду этим людям игру будут упрощать. Ну, хотя я бы сделал по-другому, я бы сделал, что клановые бои и ротные бои будут на всех левелах, что если там собрался клан из раков, которые с пиксель-хантингом ну никак не могут сладить, пожалуйста, участвуйте на глобалке, там, на танках 6-го, 5-го уровня, 3-го, долбите там друг друга в нижние листы, в верхние, куда хотите. Ну, а пиксель-хантинг и прочие финты оставьте вместе с хай-левелной техникой тем, кто знает, что нужно делать и как играть. Ибо люди делятся на две категории. Одни хотят играть хорошо, другие играют для удовольствия. И если вы играете для удовольствия, то хотя бы нытьё-то не разводите насчет того, что вам чего-то тут не нравится, что вам не понагибать. Скорее всего, вы в любом случае нагибать не будете. Ну, а для комментов вопрос, собственно, остается все тот же. Какой бы вы хотели видеть геймплей на хай-левелах? Пиксель-хантинг, NLD-шутинг, или даже не знаю, как это назвать. Или у вас есть какие-то свои радикальные идеи. В общем, чего-нибудь жмите, чего-нибудь пишите и адью.